Название воинам предрекал политик в играх бессердечных. Точнее, вряд ли б кто назвал. Это ненужная война. Анализ обстановки ясен. Мысль высказал свою сполна на карту, глядя. Шаг опасен. Собой доволен. Но и он не понял глубины позора. Нацизма щупальца кругом. Разросся, словно волчья свора. Это ненужная война. Судеб ломает миллионы. И посейчас они слышны. Живых и павших горя стоны. О Второй мировой войне высказывался Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1945 году.